путь дежурному поступил 22 июля в 19:30. Лодка вернулась буквально в 10-15 метрах от берега. По предварительным данным, на борту были 27-летний Мангал и спастись. Один из тонущих мальчиков не только смог выбраться из воды сам, но и помог спасти нескольких детей. Когда мы переворачиваешься, он уже чувствует. Угу. Он выпрыгнул, как говорит. И вот кого он успел спасти, девочка маленькая, что у меня вторая. И вот тут оставшего его ровесника спонял. Вот двоих он успел. И то они еще, уже, девчата уже, по-моему, чувствуют, что дома. Вот одна схватила за шею и за дальше. И как-то руки убрал, чтобы не утонуть вместе. Управлявший лодкой мужчина задержан. Сейчас его допрашивают следователи и решается вопрос об избрании меры пресечения. Местные жители подтверждают, Мазган Асанов является сыном главы села Калинина Володарского. По предварительным данным, вечером 22 июля 2018 года местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял знакомую лодку типа южанка, чтобы переправить 9 детей на противоположный берег реки Базана, вблизи села Калинина Володарского района Астраханской области. Приходя в храм Божий, друзья мои, сегодня счастливый день. Наша королевство наконец-то получит наследника. Свечной фитиль пропитанный. Пыльный ленд-крузер, мой верный конь на ближайшем. Тяжело глава, и он начинает кружиться, это прям вообще такой дискомфорт.